В истории Абрамцевского музея впервые выпущена марка с изображением изразца из коллекции музея. В гончарной мастерской Савы Ивановича Мамонтова создавались поистине уникальные образцы. Они сохранились до наших дней. Мне хотелось бы, чтобы это было только начало. Начало очень большого такого интересного проекта. Потому что что предложить для вот этого замечательного, маленького, будем так говорить, вот элемента в форме марки у нашего музея есть. Памятное гашение, посвященное выходу почтового блока марок «Декоративно-прикладное искусство России. Изразцы», проходило в 4 музеях, чьи экспонаты изображены на марках. Абрамцево, Турыгино, Москва и Ярославль стали местами первого дня гашения. Тираж небольшой, 50 тысяч экземпляров, и для филателистов представляет особый интерес. У нас на самом деле в стране очень много филателистов, которые действительно ценят, собирают коллекции, кто-то собирает, ну, то есть по разным видам, по разным тематикам. Действительно, есть очень красивые марки, которые не просто ценны, как тот или иной экземпляр почтовый, да, оцены своей красотой. Ну, а также еще почему интересно и коллекционируют, потому что марки выпускаются в таком случае в ограниченном количестве, не миллионными тиражами, а там несколько тысяч всего, поэтому это представляет интерес. Марки – это один из способов изучения своей истории, культуры, страны в целом. Собрать все марки нереально, поэтому филателисты собирают их по направлениям. Евгений Павлович Лукин коллекционированием занялся лет с 8, сейчас ему 87. Космос, искусство, история морского флота, Арктика, Антарктика. И пошли еще так называемые спецгашения, которые отмечают те или иные памятные события. Но поскольку я житель Серопосадского района, и в газете я вычитал, что будет спецгашение, посвященное усадьбе Абрамцева, я решил приехать сюда с тем, чтобы произвести спецгашение и отправить своим друзьям филателистов, которые еще живы. Для желающих приобрести марки первого дня гашения уже на веранде была организована продажа марок. Наибольшим спросом пользовалось изображение абрамцевского изразца. Разделенное на 4 треугольных марки номинальной стоимостью 20 рублей, оно образует квадратный блок 80 на 80 миллиметров. Приобрести конверты и марки этой серии можно в Государственном историко-художественном и литературном музее-заповеднике Абрамцева. Наталья Зайцева, Евгений Половинкин, «День города».